Партизаны идут, немцы знают. Собака бреет. А куда еще партизаны? К нам ходили? Партизаны там через речку были. Вон. В Остях? В кустах там, в лесе там. Устай, вон, чистайка там дает, а что-то я знаю. Никищенко. Это Иван Андреевич был брательник, но да, не брат. Ну такой хороший был. А что-то на нас застил партизан, умер. Помер. Сказал ему, застряли собаку. То мы ходим, а немцы полицей знают. Застрелил батюшка. Ой, какой собака был. Такой черный был. Заговали было, лежал. Никого не подпустил. И убили. Вас приказали, что сделать. Вот будет не полицейские, все будут чуть докладывать немцам. Воля, как-то такое, заключили договор, а они едут по шляху на мотоциклетах, на всем, никто не держись, ехали, черт знает, докуда. Сталин не верил уже, заключил договор. Немцами. Было немец, что делал. Потому что тогда задержали там, сколько людей поклали, я не знаю, сколько людей. Всю молодежь поразили. Тогда уже он схватился, видите. Стали оружие делать, и танки, все. 4 года стояла война. Москву не пустили. Чуть не дали на Москву. А у меня ж палец поболел. Выйду на улицу, кричу, чую, как едут и обалмочут. А он вот такой был. Ой, его я помучил все там палец. Покуда нарвал, да прорвал. Господи. Не боялась ни немцев никого. На улицу выйду, кричу. Ой-ой-ой, ратуйся. О, что это было, но я не знаю. Террор. Ты что, не полечили ничего? Страдала. Тогда как прорвал, косинку я постирал, пошла на речку, ноготь поплыл у речку. Тут-то мясо торчало. Того вырезка какой-то картина. Хорошие купались, там было бир такой, все позаросло, нема ничего нет. А тут канавы ж поделали, но посушили. Там против цицарицы это был бир, хороший, широкий такой. И было, все купались там. Все заросло, нема ничего. Ну, не столько людей было, там сколько было на Михайловке, мало. А то же после войны понаселили тут. А там же распад был. Тут в Дубнике, тут их было же. Не заросше так было же. То ж тебе заросло уже все. А то не так. Полугу посеяли. Нет, полугу накосили. И давай на как? Вниз этой город и вверх. Два города. Вниз, например, картошка, а там озерно. Там другой, возможно, меняли пленом. И заплетено было я там. Ну, заплетена была улица. Все вообще. Чтобы кур никто не ходил.
И улица была ровная. Ой. Что зря сказали, уже построились в рамки, к рамкам ближе, к речке ближе. Я же была под горою. Ты можешь, когда сено косили, мы уже видим. Но она заросла уже теперь. Унизу. Вот, ходили воды, километр целый. Носик воды. На речке тогда что? Браником. А жлук-то это при банниках была? А? При баннике жлук-то это была? Я не знаю, те на улице стояли. Или... Я забыла, что-то значит. Чем баня? Нет. Баня ж не у каждого-то не была. Правда ж баня не была там. Баня две чи три всего на деревне было. А мылись по очереди? Ну, и нож варится кипятком и закрывается, вот, они на улице. И берут мыть, и на горячее сядёжа. Залу сыпят, его варишь, и она промывает, просыпается. Его само умывалось, бывало, аж без тела полотняное. На речку праником бузуешься. Полоскаешь, его умывается. В домях, какой там клуб. Гуляли по хатах. Я знаю это. Сколько мне было, эти дети, я дучу. Швитель. Вот. Был Володька, Иван, это батька ихний, гармонист был. Придет у Мани, к Мане, у Мани в хате гуляли. Было би-би-би-би, а все танцовывают. Побрались и побили вон кладуба там все. Всех полицейцев этого. И мы же бегали, глядели, как играют, как танцуют. Брали, побили всех. 12 человек убили, побили. Там мандуб стоял, его не мать. Мандуба завели, почвели тут. Побили с мотоцикла, пулемета. Кому голову поразорвали все. Зрой, Швитель. Какой-то бражник был, ты бражник, что-то я тут. Шимкин сын, наверное, да. И Коля Прусочкин брат. Это друзья были, поклали два гроба вместе. Дамку вырыли широкую, поклали. У двух молодые. Что не женатая, ничего. А сколько им? По 20 лет было? Больше? Это было им по 18, я знаю, по сколько им было. Совсем уже и по 20 уже было. По 20 бы в армии забрали. А, ну да. Но не было еще. Дядьке нашему Виктору было 20, но на годов забрали. А именно не было по 20. Лицей тоже был, говорили, бег вон у кусты, и убили там его вон на прогоне. Бугали Егорова брата, около могилок убили. Ну, вот, не знаю, 19 и более человек побили. Это около могил, говорить, убили. Это за то, что они партизаны не пошли, молодые? Иван был на вроде. Да. А мой, а? Убили. Да.
в его двор, говорит, и привозили. Надевать девушку, говорит, белое надели, рубаху, штаны, поклали так. А что было в войну? Говорили, я не знаю, как его, кто. Mm-hmm. Люди взрослые. Гаманёнка, говорит, это. Один он туда бегал, он в кусты. А там же партизаны стояли пулеметами. Так я говорю, клали. Там молодой надо будет. Конечно. На Михайловке звали бражник какие-то. Побили тоже лежали. Мне, кажется, бегали глядеть туго хлопцам. Голова была поразбита. Пулеметами как уключили их, покосили. Зроева батька. Швейцарь, жили на Серяковке. Mm-hmm. А я еще не знаю, кто тут жив, как я не знаю. Были высокие, были. Как подмахнуть, говорят, ты лететь под небо. Как не боялись, я не знаю. Релисы против царицы, ну, вроде. Стояли. Божьи волосы, и клуб типа у меня дельки был, да, ну. Не, у меня дельки был, но. Она был, черт, честно. Была еще пацан засраный. Ну да, был, наверное. Дело, но на счастье нет, кто-то был в клуб. Небольшой, говорили. В Серяковке ходили в Дубниги. Где в компрусе? Я там, Настюшка. Кто там были еще девки? Забыл. Зелька. Ася, куда блядь спать тоже, честно. Это женатые были. В Швейцарии убили, 6 детей было. В Швейцарии где-то. Взрослые, ну, на сколько? 4. В Швейцарии 6. Лежат тут и дед. А Юрца-то на действительный надо был. Ну да. Надо служил. Юрца. Ну что ж там же лето ты? Всю войну перешли он на Серяковку уже. Угу. Кто-то продавал хату, купили, перешли. Сын, уже взрослый же Маринка была. Чиста все его детенок, чьи нет его. Не знаю. Забрали партизаны. Мы его поведем, если убили, там он говорили, стреляли, как на Бугору зайдешь против речки, там убили его, говорит. Зачем? Ну, был, я не знаю, был полицей там был. Ну, наверное. Сине старостою был. Чёрт-то я забыл, не знаю. Нет. Старостою надо был где-то. Яхим. Яхим. Угу.
сказав, нікого воно не задовільне тут. Не знаю. Правительство не знаю. Я тільки людей не знали. Чим ходили куди. Галюха ж раз клас кончила. Бо війни, наверное. Вона старше до мене на год була. А я після війни пішла, а матки пряжа треба було. Клас кончила, другой і пустила. Крос, надо ткать, крос надо ткать. Дура старая была, господи. И я дура подчинялась. Его два класса кончился. Ой, я думала, побегла. Цавы и все. Пряли, снували, колотили. Сушили, навивали, а тогда ткали. Работы столько над этими краснами. А лен сами себе брали? Лен, сеяли. Сеяли себе, да? Каждый? Ну, раньше еще не было это. И колхоза, ничего не было. Это по... Как сейчас, тогда уже стали после войны, это коровы брать. Картоша, зерно, ячмень, пшеница, хлеб сеяли. Своё всё было. Хлеб, жито. А мололи где? Пшеница. Мельница была Гришева, малой этой. Мутиков батька. Тут вот. Как могилка была вещь там в мельнице. Я то знаю, где была. Ветряная? Ну, Гриша мельником был. Мельница одна на всю деревню была, да? Ну, недельку, ну, может, на зерец на пил. И на это, на дубеги. Она что была? Мельница одна была. Гриша мельником был, малов. Раз через речку шел, говорит, раздевался, ложился спать у речки, баня. И водку пил. Ася, зерно, цепами пили. Снопы? Жали, тогда били, тогда повеяли, типа дети.